В этом году в Чебоксарах планируют отремонтировать дворовые проезды и благоустроить территории 146 многоквартирных домов. На это из республиканского и городского бюджетов выделили более 280 миллионов рублей. Ремонт дворовых территорий проводится по двум подпрограммам – безопасные и качественные автомобильные дороги и благоустройство дворовых и общественных территорий. Преобразить придомовые территории планируют во всех районах Чебоксар. С точным списком адресов можно ознакомиться на официальном сайте городской администрации. Строителям предстоит обновить проезды и отремонтировать тротуары. Кроме этого, благодаря инициативному бюджетированию можно будет создать новые парковочные места, а также благоустроить детские площадки для игр, занятий физкультурой и спортом. Стоит отметить, все проекты разработаны с учетом интересов жителей конкретных территорий. Все территории по благоустройству дворовых территорий города Чебоксары определены и отобраны общественными комиссиями при администрациях районов города Чебоксары, согласованы заместителем министра, главным архитектором Чувашской республики, а также проекты благоустройства прошли экспертизу достоверности сметной стоимости.